Всем привет, с вами канал Правильный Выбор. В этом обзоре речь пойдет о телевизоре LG 60UP77506LA. В описании я оставил ссылки на магазины с лучшими ценами. А вы, пожалуйста, поддержите канал лайками и поделитесь мнением в комментариях. Если вы еще не подписались на канал, рекомендую это исправить. Также активируйте колокольчик для уведомлений. Диагональ экрана 60 дюймов, разрешение 3840 на 2160. Подсветка Direct LED матрица VA, глубина цвета 8 бит, частота обновления 60 Гц. Телевизоры LG UHD превосходят все ваши ожидания. Наслаждайтесь живым изображением и реалистичной цветопередачей благодаря улучшенному разрешению за счет увеличенного количества пикселей в 4 раза по сравнению с Full HD. LG UHD с функцией Active HDR обеспечивает точность деталей и цветопередачи. Наслаждайтесь любимыми фильмами в оригинальном качестве благодаря нескольким HDR форматам, включая HDR10 и HLG. Процессор устраняет видеошум, создает более живые цвета и повышает контраст. Изображение с низким разрешением масштабируется и воспроизводится с качеством близким к 4К. Он также знает, когда, где и как улучшить звук, создавая виртуальный объемный звук для более захватывающего и кинематографического впечатления. Телевизор LG UHD TV превращает контент 2К в максимально реалистичное изображение 4К, улучшая детализацию, четкость и цвет. Наслаждайтесь более четким текстом и изображениями с уменьшенным шумом и повышенной резкостью. Датчик освещенности измеряет окружающий свет, а затем процессор точно настраивает отображение тонов для достижения оптимальной яркости экрана. Интеллектуальное управление затемнением и алгоритм компенсации пикселей улучшают контраст для более темных изображений. А HDR-контент улучшается с помощью настроек яркости, которые превращают более темные сцены в сцены с потрясающим контрастом, детализацией и глубиной цвета. LG UHD станет украшением домашнего пространства. Эстетический дизайн тонкой панели и рамки прекрасно дополнит любой интерьер. Размеры телевизора 135,6 см в ширину, 78,3 см в высоту, толщина 5,75 см, вес 17,1 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 300×300. На задней панели расположены стандартные разъемы: один USB 2.0, один Ethernet RJ45, два HDMI 2.0, один Optical Audio Out, два входа для антенны RF SAT, один CI+, 1.4. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Операционная система WebOS Smart TV. Настоящий кинотеатр у вас дома. Filmmaker Mode и HDR обеспечивают потрясающий эффект погружения. Подключайтесь к любимым стриминговым платформам и смотрите любимые фильмы и сериалы. Доступ к Apple TV, Netflix и LG. Смотрите новинки кино, сериалы, документальные фильмы и спортивные соревнования – все в одном месте. Filmmaker Mode отключает сглаживание движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадра. Этот режим позволяет точно передать оригинальное видение режиссера, поэтому вы видите фильм именно таким, каким он был задуман. LG ThinQ создан для того, чтобы вы получали от телевизора максимум удовольствия. Вы можете выбрать любимую технологию голосового помощника и управлять телевизором голосом с помощью нового главного экрана, который обеспечивает еще большее удобство и контроль. Magic Remote имеет эргономичный дизайн, пульт легко ложится в руку, а его система наведения и прокрутки обеспечивает более быстрый поиск. Встроенная технология искусственного интеллекта обеспечивает легкий доступ к сервисам, а горячие клавиши для основных платформ контента позволяют быстро переходить к избранному. Технология LG ThinQ позволяет легко управлять вашей экосистемой Home IoT с помощью функции распознавания естественного голоса. Почувствуйте себя на стадионе. Технология Bluetooth Surround Ready дарит ощущение присутствия на трибуне. Простое подключение динамиков через Bluetooth для получения настоящего беспроводного объемного звука. Все действия звучат более насыщенно и реалистично, создавая атмосферу большой игры в вашей гостиной. Обучаясь более чем на 17 миллионах точек аудиоданных, процессор определяет голоса, эффекты и частоты, чтобы затем оптимизировать звук по жанрам для более полного погружения. Выходная мощность 20 Вт, по 10 Вт на каждый из двух динамиков.
Я проанализировал отзывы и расскажу, какие особенности выделяют пользователи. Сначала отрицательные. Засветы. Теперь о положительных моментах. Большой хороший экран. При желании можно повесить на стену. Очень удобный пульт. Smart TV работает без тормозов. Как вам такая модель? Предлагаю обсудить ее в комментариях и не забудьте поддержать канал лайками. Как всегда, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!